Привет всем! Вы на канале Роза Кох. Сегодня я хочу замариновать утку, которую я буду готовить в тандыре. Для этого я приготовила соль, растительное масло, сладкая красная паприка, лук, орегано, чеснок, хмели-сунели и смесь перцев. Смесь перцев перемолоть или истолочь в ступке. Добавить красную паприку. Орегано. Соль. Хмели-сунели натираю чеснок, лук, добавляю растительное масло и хорошо перемешиваю. Готовой смесью хорошо натираю утку снаружи и внутри. Этим рецептом со мной поделилась моя сестра. Она примерно так, или может быть так, вот она мне объяснила, а я, может быть, что-то и сама еще от себя добавила. Ну, в общем-то, принцип тот же. Вот так она маринует, у нее получается очень-очень вкусные уточки. Перекладываю утку в мешочек и в таком виде оставлю ее лежать в холодильнике примерно двое суток. Ну, если у вас столько времени нет, хотя бы на сутки. Но в идеале, конечно, лучше, чтобы она сутки пролежала, тогда она хорошо-хорошо впитает весь вот маринад с вот этих смеси перцев. Ну что ж, увидимся через двое суток. Всем доброго дня! Прошло двое суток, уточка уже промариновалась. Мы разожгли тандыр, он практически уже готов. Вот осталось только немножечко сажи еще, а внутри он уже белый. Сейчас еще немного прогорят дрова. Останутся, когда уже угли. Можно будет утку опускать в тандыр. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А на сегодня я прощаюсь с вами. Желаю вам приятного аппетита. До новых встреч. Пока!